Посмотрите на этого, посмотрите, да? Посмотрите на него, а? Посмотрите. Ты что там делаешь? М? Вот он к этой сумке папиной идет. Там документы и провода там. Видите, да? Провода там сзади этой сумки. Вот туда он ломится. Вот зачем тебе это все? М? Зачем? Иди сюда, иди. Отпусти эту сумку тоже, отпусти ее. Иди к маме. Иди к маме. Мама тебе что, да? Смотри, мама, что тебе там? Пульт. На. Возьми. Сюда иди поближе. Поближе иди. По-другому никак. Если бы я его оттуда насильно вытащил, он бы орал бы. Вот так и живем. Мои хорошие, я покрасила, осветлила корни волос. Я буду 3 дня цыпленком. Ну, ничего не поделаешь, у меня будут желтые волосы и черные брови. Ну, что делать? Не всем же ходить красивыми, не все время же ходить красиво. А, чем я осветлила, сейчас покажу. У меня здесь стиральная машина работает, шумит. Порошок вот этот, Егора, из России брала. И вот такой вот оксидант 9%. 2 оксиданта у меня ушло на остальной порошок. Сейчас буду смывать. Я уже вижу, в принципе, корни прокрасились. Будет желтизна. Это нормально, в принципе, для домашнего окрашивания. У меня всегда так. Потом через 3 дня краской покрашу. Не знаю, какой. Ту, которую я новую купила или которая у меня дома была. Короче, какой-нибудь покрашу. У меня, оказывается, и палет была, и... Гарниер была, еще что-то там было в шкафу. Все, сейчас купаться, пока не передержала волосы. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня я иду, точнее, мы идем всей семьей. Я, папа и детки идем снимать отпечатки пальцев. Я буду давать отпечатки пальцев для получения гражданства. Идем пешком, машину оставили, черт знает где, потому что там парковочных мест нет. Есть, наверное, но всегда все занято. Погода сегодня. Вроде солнце, вроде хорошо, но ветер. Ну, если сравнивать с тем, что было вчера, сегодня вообще суперская погода. Папа вот с коляской. Честно сказать, такую погоду даже куда-то идти не хочется. Но из-за того, что надо, 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 чем быстрее я сдам эти отпечатки, тем быстрее рассмотрят мое заявление и дадут мне гражданство. Иншаллах. Отпечатки у меня взяли, все прошло довольно-таки быстро. 5 минут и все. Посмотрите, какое дерево. Господи, какая красота. Девочки, как оно называется? Вы же у меня все знаете. Очень красиво. А ну-ка я понюхаю, как обычно. Легкий такой аромат есть. Красивущее дерево, особенно издалека, когда смотришь. Очень красивое. Такс. Все заняло не более 5 минут. Сняли отпечатки всех пальцев и сфотографировали. Сфотографировали для своей базы. Дочь уснула. Ну, приехали мы в магазин. Хотели подняться на этаж с игрушками. Здесь, оказывается, лифта нет. И получается, что с коляской не подняться нам. Но здесь столько детских вещей красивых. На их сайте этого всего нет. Платье мне понравилось для дочери на каждый день. Сынуля песенки поет. Пройдемся, может, еще что возьму. Но столько одежды у моих детей уже. Я не знаю, когда я буду на них это все одевать. Но все хочется и хочется. Тоже желтенькое, хорошенькое платье. Меня в этом году тянет на желтый цвет. С
45 лир вот такое платье. Вот эта марка мне очень нравится, Hello Baby. Ух ты, вот классное платье. Интересно, есть моей дочке размер? Широкая, правда. На один год. Это моей дочери огромное. Знаете, почему мне сложно брать дочке в интернете, по интернету вещи? Потому что на нее все бывает в основном широкое. Вот, например, это платье тоже широкое. 9 месяцев. Это как бы ее размер, но оно широкое. Идем дальше. Вот красивое платье, тоже широкое. Все широкое. Так, здесь уже для мальчика вещи. Вот хороший костюм, но наподобие таких вещей я уже сыну накупила. Голубые шортики. Интересно, есть у моего сына? Я не помню. 6 месяцев, 9 месяцев на один годик. Ай! Нашли мы лифт, поднялись на этаж отдела игрушек. Глаза разбегаются, в принципе, все похожее. Что взять, даже не знаешь. Пирамидка интересная. Что-то вот такое я взяла, сынуля, он особо не играет. Погремушки уже все. Вот такую взять, что ли, большую. Она у нас есть, но она нам не хватает, деточкам. Такс. Это что у нас? Тоже на турецком, наверное, что-то болтает. Такие игрушки есть, но они не привлекают моего сынулю. Вот такая машинка у нас тоже не привлекает. Короче, будем думать. Там пару платьев, конечно же, я выбрала для своей красавицы. Для сынули ничего не нашла. Такую, что ли, побольше пирамидку взять. Посмотрим, короче. В конце, конечно же, покажу. Выбор есть, но не такой прям большой выбор. Когда мое сокровище подрастет, мы купим ему вот такую машину. Сейчас еще рано ему, конечно. Папа уже присматривается. На это посмотрите. Зера, ты что делаешь? Что ты делаешь? Ножки задрала. Сейчас я покажу. Şimdi almıyoruz ki zaten. Yo yo ben kırmızı beğendim. Вот такое платье я выбрала, опять желтенькое. Вот такое. 2500. И вот такое. Это с трусишками. Надеюсь, моей дочери понравится. И сыну взяла шортики дома носить желтые. Хочу ему на выход найти желтого цвета, а шортики не нашла. Нашла вот такие вот шарики. Мягкие, хорошие. Им пальчики развивать, свою моторику. Асланка спит, мамень. Ай-яй-яй. На мою девочку, на мою красавицу. Пойдем в соседний магазин. О, качты. Убежал лифт. Цифр, да? Йо-йо-йо, бери. Аслан нашел свою машину, да, мамина? Да, у нас два синяка на лбу, но ничего, все пройдет.
Фары тоже горят, колеса горят. Ничего, чуть-чуть подрастет сынуля, мы ему купим обязательно. Ничего. Огромный магазин, здесь глаза разбегаются. Здесь прям несколько больших магазинов друг с другом. И знаете, это прям вот заходишь и оставляешь все свои деньги, называются. Наши первые поползновения на кадре, запечатленные. Так-то оно уже где-то 3 дня так ползает, но я не снимала. Почему-то она именно правой ручкой делает. Левую руку пока не приспосабливает. Да, мамина, ты молодец у меня. Мамина, солнышко, тебя снимаю. Да, да. Показываю тебя. Ты умница, мамина. Верме. Эмекленио. Он алмакичи. Я. Че узак такой, ма? Аслан занят, разобрал новую игрушку. Телефон был куплен для Аслана, он его выбрал в магазине и, конечно же, дома выбросил. А куку из тенером, чуть-чуть варки, пек я и бесчейки. Освежитель воздуха хотел. Не люблю, когда дети есть в квартире освежитель воздуха. А вот так! Молодец, мамина девочка! Молодец! Самиля сама гидзян сама. Ай, что-то у него не получается. Это все Асланчик пытается встать. А он встает, кстати, за эти штуки держится и встает. Аслан! Что случилось? Что, мамино сокровище? Кто тебя не слушается? Это вот она не слушается, да? Мама ее тё-тё-тё сделает, тё-тё-тё. А это? Смотри. Это? А вот это ты про нее забыл. Это? А что, это не нравится? Вкусно-вкусно, да. Ну что опять не так? У нас уже 2 шишечки. Все, мам.